Привет, Титаны. Обзор апельсина редкого с красной мякотью. Не знаю точно, как сорт называется. По вкусу они вкусные. Вкусу. Хорошие, блин, вкусные. Хороший вкус, кисло-сладкий. Иногда в сладкий сваливается. Стоят они что-то около 100 рублей, но все время они доезжают в каком-то сушеном состоянии. Вот на самом деле он больше был вот такой вот, он ссохся. Ну хорошо, что не сгнил. Кожура чистится кусочками мелкими. Ну обычно апельсина можно так отодрать половину, например, так хоп-хоп по кругу, а тут я его специально не ломаю маленькими кусочками. Они просто разлетаются. И вообще я редко их встречаю в магазине. Видел в перекрестке 120 рублей. По размеру он, конечно, уже ссохся до мандарина. Еще бывает, было в ленте низ такой не круглый, а более такой побольше и не такой ярко-красный. Какие-то разновидности у них бывают еще у этих красных апельсинов, а это такой мелкий. И там была розовая внутренность. Не знаю, там дозрел, не дозрел. Но отличаются сорта. Так, прикольные красные апельсинчики. Вполне их бы ел всегда вместо этих оранжевых. Потому что оранжевые редко бывают хорошие. Постоянно то косточки, то невкусные, то недозревшие, кислые, а эти почти что всегда созревшие. Ну и стоят они, конечно, все время дороже. Ну вот такой вот все. Я его открыл. А этот немного кисловат. Но все равно хороший вкус. Все. Обзор какого-то красного апельсина. Всем пока. Подписывайтесь.